Сургутском районе провели рейд по объектам благоустройства, которые ввели в эксплуатацию в 2022-2023 годах. Сотрудники администрации, депутаты Думы муниципалитета совместно с общественниками проверили детские и спортивные площадки, а также парковки и дворовые проезды в 8 поселениях. Более серьезные недочеты выявили в Ленторе, Солнечном, Барсово и Белом Яре. В последнем внимание привлекли парковки, которые, по словам жителей, портят вид поселка. Отходит бортик, потому что неправильно было, будем говорить, технология соблюдена, контроля, удержания. Да? Это во время зимней уборки, я так понимаю. Было. А я так понимаю, что это не во время зимней уборки, это во время, подойдите и посмотрите, у вас же нет цементного слоя и основы, которая у вас держит бортик. И гравий. Конечно. Подушки нет. У и нас вот она контрольная, вот здесь, вот она же есть, вот цемент. Здесь оно и не упало. По фундаменту? Да. Она же ставится туда, на подушку, на гравий, подушка, либо потом цемент. Либо оно углублено должно быть ниже. Конечно. А здесь они его просто на песок поставили, на гравий не закрепили и забыли. На Белоярской парковке по адресу улицы Маяковского, 2, зафиксировали нарушение установки бортового камня и несоответствие уклона, из-за чего, рассказывают жители, после дождя на стоянке скапливается вода. Более того, на территории также требуется сделать ремонт проезда и заасфальтировать подъезд к парковке. Второй объект, который проверили на Белом Яре, автостоянка на улице Горького. Там сотрудники администрации района выявили те же недочеты. Однако общественники обратили внимание и на окружающую зеленую зону, которую также предстоит привести в порядок, выровнять грунт и высадить растения. Всем этим поручено заняться местной администрации. Работы администрации, конечно, много нужно. Плюс нужно финансирование им предусмотреть на выполнение работ. Например, вот на Барсово это нарушение ограждений. На Валенторе это было повреждение конструкций игровых. На Белом Яру парковки это все сейчас сложно. В Нижнем Сартыме и в Ленторе замечания уже устранены. На Барсово в летний период они сказали, что все устранять. На Белом Яру сложнее, потому что сложнее работы. Рейды были проведены в этом году первый раз. Это было 11 рейдов. На следующий год, скорее всего, будет также проводиться по объектам, которые были выполнены в этом году и в предыдущем. То есть повторно будут некоторые объекты осмотрены. Будем работать.